Да. Тебе же ничего плохого не делать. Кстати, клювик, что у тебя тут? Скоро тоже подравнять будем. А ты у нас не худенький. Жирочек-то у нас есть. Вот наш жирочек, жировой тяжек. Вон. Вот можно даже, кстати, переход мышечной ткани. Тихо, товарищ, сейчас мы тебя отпустим. Как раз видно. Тут вам даже можно увидеть, немножко сердце колеблется, отдается. Тихо, давай, товарищ. За кучу мы тебя послушаем. Ну вот еще и кусаешься. Да, чё ж тут растет такие длинные когти-то себе, а? Ты бы подкусывал их, что ли? Вот, покусай. Тихо, так, кстати, можно чуть покороче. Зато не будешь зацепляться. Будешь нормально передвигаться. Угу. Тут все таки завернут, мы сейчас тебе еще чуть покороче сделаем. Там тебе заворачивается. Угу. Немножечко. Спокойно, без паники. То у тебя уже суставчики-то скривляться начинают. Кингс. Все, последний остался задний. Кстати, да, скоро у тебя клювик придется. Пока длина, да, но скоро, через месяцочек, через два, наверное, клювик будем подравнивать. Потому что пока что он заходит в нижнюю челюсть, а вот... Во, острый, вижу, ой, да. Очень, да. Это ты можешь, да. Все. Спасибо, товарищ. Берегите, любите своих пернатых питомцев, и они ответят вам взаимностью. С вами был доктор Чугуевский, и на приеме Щур.